Дорожные знаки, сигналы светофора и правила езды на самокате. Все это сотрудники госавтоинспекции помогли вспомнить ученикам школы номер 47 в Малаховке. Вместе с представителями Союза безопасности дорожного движения они провели практические занятия на мобильной транспортной площадке. Изучили основные причины дорожно-транспортных происшествий и что такое тормозной путь автомобиля. Разобрали ошибки пешеходов при переходе проезжей части. После чего полученные знания закрепили на практике. Правильно перешли дорогу и безопасно прокатились на самокате. А после викторины «Знать и соблюдать» ученикам вручили специальные светоотражающие подвески. Сейчас, когда светает поздно, а темнеет рано, такие элементы на одежде особенно важны.